В этой сфере фальсификация и контрафактная продукция несет угрозу и жизни, и здоровью людей, ограничивает добросовестную конкуренцию, приводит легальных производителей к убыткам, к потерям. О проводимой работе доложил заместитель руководителя управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Брянской, Смоленской и Калужской областям Илья Кононыхин. По его информации, с помощью мониторинга информационной системы «Меркурий» в 2023 году было выявлено более 2000 нарушений, связанных с вводом в оборот продукции неизвестного происхождения. Отдельное внимание докладчик уделил контролю качества и безопасности, реализуемых в торговых сетях и поставляемых в бюджетные учреждения продуктов. Специалисты провели экспертизу 178 образцов из магазинов и 148 из учреждений образования, здравоохранения, соцзащиты. В первом случае исследование выявило несоответствие требованиям в 10% пробах, а в госучреждениях в 20%. Илья Кононыхин также рассказал о взаимодействии с профильными министерствами области и общественными организациями. В качестве мер реагирования по инициативе управления всего за текущий период 2023 года выдано 22 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации. Из-за многочисленных нарушений два предприятия были признаны фантомными площадками, а их деятельность остановлена. Чтобы полностью исключить возможность деятельности недобросовестных поставщиков, Илья Кононыхин предложил создать единый региональный центр закупок для государственных и муниципальных нужд, а также внести ряд дополнительных условий при разработке технических условий к таким контрактам. Владислав Шапша поручил министру конкурентной политики Николаю Владимирову еще раз проанализировать закупки, уделив особое внимание детским и медучреждениям. «Мы должны исключить всякие риски поставки некачественной продукции. Это наши дети», – подчеркнул глава региона. Тема чувствительная, особенно это касается организации питания в наших школах. И здесь работа по контролю, по взятию проб, по недопущению каких-либо нарушений, тем более там фальсификатов, некачественной продукции, подмены продукции, быть не должно. Этот риск должен быть полностью исключен.